Глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий назвал события в Киеве, где в результате столкновений у здания парламента в понедельник пострадали не менее 90 человек, результатом войны олигархов. Все то, что происходит и будет происходить в Киеве, все оплачено олигархами, чтобы набивать свои карманы. «Кормушка одна, а желающих много», — сказал Плотницкий на брифинге в понедельник. Представители ДНР и ЛНР ранее отметили, что поправки в Конституцию Украины не были согласованы с властями самопровозглашенных республик, как это предусмотрено Минскими соглашениями, и не были вынесены на обсуждение в рамках Минского процесса. По мнению МИД РФ, предложенные Порошенко поправки являются лишь имитацией выполнения Киевом Минских договоренностей. Глава ЛНР отметил, что беспорядки в Киеве прогнозировались еще во время событий в Закарпатье. Если существуют вооруженные группировки, если им давали деньги, рано или поздно они должны будут их отработать, заявил Плотницкий. В закарпатском городе Мукачево 11 июля бойцы запрещенного ВРФ правого сектора вступили в перестрелку с использованием гранатомета и автоматов с милицией и сотрудниками местных бизнес-структур. Сообщалось о 3 жертвах и 14 пострадавших. СМИ сообщали, что конфликт может быть связан с перераспределением контроля за потоками контрабанды между депутатами Рады Балагой и Михаилом Лани.